15 апреля в Чувашии стартуют отборочные соревнования WorldSkills. Они пройдут на базе Межрегионального центра компетенции Чебоксарского электромеханического колледжа. Как и в прошлом году, наша республика стала площадкой проведения конкурса по двум компетенциям – лабораторный и химический анализ и электроника. Более 70 молодых профессионалов и юниоров из 36 субъектов страны поборются за путевки в национальный финал. Чувашию представят учащиеся Новочебоксарского химико-механического техникума, Чебоксарского электромеханического колледжа и Новочебоксарской 14-й школы. Ну, ожидается, конечно, приезд федеральных экспертов, которые будут оценивать результаты по этой компетенции. Будем говорить, так называемые партнерные эксперты приедут своими командами. Чувашия – один из 17 регионов страны, где с апреля по май проходят отборочные соревнования. Выбирать победителей будут более чем по 60 компетенциям. Лучшие поедут на национальный чемпионат, который пройдет в августе в Южно-Сахалинске. У республики уже есть положительный опыт участия в финалах. В прошлом году наши участники выиграли 2 медали. На базе учреждений среднего профессионального образования будут создаваться центры опережающего обучения. И поэтому вот этот соревновательный опыт позволяет, конечно, повысить профессиональную компетенцию не только участников соревнований, но и самих работников системы среднего профессионального образования, для того, чтобы потом этот опыт использовать для повышения компетенции вообще различных отраслей экономики Республики и Российской Федерации. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика.